Советские мотоциклы, несмотря на свою популярность, были довольно капризным транспортом, который частенько мстил за пренебрежительное отношение к его обслуживанию. А когда берешь технику, уже бывшую в употреблении, не всегда можно сразу понять, как с ней обращались до тебя. Ломались же мотоциклы достаточно часто, и не всегда поломку можно было легко и быстро устранить. Сейчас поговорим о самой важной части любой техники – о двигателях, которые стояли на мотоциклах СССР. Основными игроками на рынке мототехники в тот период были мотоциклы «Восход», «Иж» и «Минск». Они были самыми массовыми, однако по качеству друг от друга отличались. Если говорить о надежности, то на первом месте шел «Минск». Немного от него отставала продукция ижевского завода и замыкал тройку «Восход». Завод в Минске начал выпускать мототехнику в 1956 году, но пик производства и самые удачные знаменитые модели пришлись на 70-е. На мотоциклах этого времени стоял одноцилиндровый двигатель объемом в 123 кубика. Гарантийный ресурс такого мотора редко превышал 24 тысячи километров. На заводе в Ижевске в это время выпускали две линейки мотоциклов. Это легендарные «Юпитер» и «Планета». Причем выпуском подобной техники предприятие занималось и после распада СССР. В 2008 году появилась последняя модель, и по этой причине сегодня продукция ижевского завода попадается на дорогах чаще остальных. Моторы на этих мотоциклах обладали большим ресурсом, чем у белорусской техники, и могли набегать до 35 тысяч километров. Что касается «Восхода», несмотря на то, что это была самая массовая марка мотоциклов в Советском Союзе, качество техники оставляло желать лучшего. Крепкий середнячок. Началась история этих мотоциклов в 1957 году с выпуска модели К-175 «Ковровец». Ресурс одноцилиндровых моторов, стоящих на этих мотоциклах, редко превышал 25 тысяч километров. Но, конечно, все еще сильно зависело от обслуживания. В зависимости от отношения хозяина, ресурс мог как увеличиться, так и сильно уменьшиться. А какой мотоцикл был у вас? Расскажите, сколько километров успели намотать?